Осень прекрасна, как картина Грицая. В самом деле произведения искусства, они рядом. Вот даже вот этот листик, наткнутый на куст, на вот это растение. Причем острые-острые окончания у стебля. Острые. Действительно такие, как... Интересные растения. А? Растения, вот смотрю, необычные. Острые эти. Посмотрите, как надело. Да, вообще вот поразительно просто. Как произведение искусства. Можно сказать, природная скульптура. И здесь вот множество, это уже как погибшие листья. Здесь идет такой взрыв. И сверху один этот листочек. Это как памятник жертв Влада Тепеса, колосажателя. Жуткая аналогия на самом деле, но идеально было бы, конечно, для такого в Румынии где-нибудь поставить. Вообще очень красиво, конечно. Можно что-то понежнее, конечно, ассоциации, но слишком уж такой брутальный, конечно, природный мотив.